Владелец этого имени должен бороться со своими недостатками и дать возможность проявиться своим многочисленным достоинствам, таким как умение руководить большими коллективами, ясный ум, деловое чутье. В основном владельцы этого имени делают ставку на научно-исследовательскую карьеру. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Все неприятности, связанные с людьми номером 4, удваиваются для людей числа 8. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквы «Ф» осуществить и половину задуманного. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Бывает со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеет способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями. К примеру, чтобы сделать людей счастливыми. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.